А ты хотела бы маленьких Дэдпулов? Да, я хочу маленьких Дэдпулов. Будут маленькие Дэдпулы бегать такие, мама, 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 такие, а! Подожди, подожди, я видела, короче, Алика, у него видео был, короче, чел, который менял голоса вот так вот, типа, как... Не, как он ты... на балконе сидит. Прям хорошо, вот. Что вы в ТикТоке потом будете, алло! А да? Можно теперь нет, мне? Нет, вы не будете в ТикТоке, это я вам обещаю. Почему? Я хочу в ТикТок. Я тоже хочу. А, да, это... Блядь, да почему, сука, они меня скипнули? Блядь, да почему? Всем приветики, ребят! Ну что, скучали по Дэдпулу? О, да! Я тоже по вам скучал. Перед началом выпуска, как обычно, с вас лайк и комментарий, ну а с меня контент. И да, приятного просмотра! Да нет, почему? Меня как раз устраивает твоя маска, а еще у тебя такой сексуальный голос. Я прямо... просто... Я сейчас кончу. Да, у меня есть вот это. Не, ну реально, просто сексуальный голос, просто огонь. Есть вообще. Не, ну это я одобряю, кстати, это. А у меня есть вот это. Я согласна. Серьезно, так сразу? Да. О, а ты хотела выйти замуж за Дэдпула? Конечно. О, да, мое сердечко просто пошатнулось. Оно прям... О, походу я нашел себе тянку. Да. И ты будешь со мной до конца? Конечно. О, вот это просто одобряю. Любовь навсегда. Да. Реально? Да. Как ты можешь знать мистера Пула? Вот просто как? Подожди, я видела, короче, Алика, у него видео был, короче, чел, который менял голоса вот так вот. Типа, как... Не, он на балконе сидит. Вот так вот. Да-да-да, поэтому я повешал хромакей, чтобы не увидели мой мать его балкон. Да-да-да. Подожди, поговори нормальным голосом. Да ладно, хорошо, вот он мой нормальный голос, вот он. А как ты меняешь голоса? Ну блядь, просто тебя... через голосовые связки и все. А я могу типа... Это типа... Что? LL? Ох, ничего себе! Блин, если ты сделаешь так еще раз, я нахер кончу! Ладно, шучу. Не, ну реально, вот у тебя прикольно получается, прям вообще. Огонь. А? Типа что? Бля, ну это реально прикольно. Желание. Какое желание? Давай я исполню все, что ты хочешь. Давай. Найди мне папу. Кого? Папу? Папу. Да, я папу где-то потеряла, так и не нашла. За хлебом ушел. Ну смотри, если я его встречу, я ему передам, чтобы он вернулся домой. Хорошо, если что, его Вован зовут. В ТикТоке потом будете, алло! Да? Можно теперь мне? Нет, вы не будете в ТикТоке, это я вам обещаю. Почему? Я хочу в ТикТок. Я тоже хочу. А ты же это записываешь, да? Ну если ты хочешь ТикТок, тогда ладно. Так и быть, я тебя выставлю. Капец, господи. Я Маша Ди... Дагестанская. Я всем передаю привет. Подписывайтесь на мой... Да, подписывайтесь на Дэдпула. Это подписывайтесь на мои каналы. Каналы в канале. Вот. Да, просто подпишемся на твои каналы. Смотри, вот прямо если брать так, смотри, вот покажу тебе сердечко. А если открыть сердечко, а там... Да. Я согласна! Нет, я! Капец, как вас много! Я боюсь, я не выдержу всех. Это весь наш гарем, короче. Это что получается, я... Это что получается, я в гареме? Да. О, я буду первой женой. Скажи свой ТикТок! Ладно, так и быть, скажу. Только не ТикТок, а Ютуб скажу. Да. И, кстати, да, вы попадете в ролик. Поздравляю вас. Тихо. Привет! Вы попадете в ролик. Заходи на YouTube, я скажу, что набрать. Я буду твоей фанаткой всю жизнь. Давай, говори. Необычный голос веди просто. Необычный голос. Да, вбей просто. Только не офигевай. Чего? Почти 2000 подписчиков. Да, хорош, да. Нашла канал. Да, все подписалось. Мы его раскрутим! Мы его можем раскрутить. Сам будешь. Да, я же сказал, да.
И тебя тоже обожаю. Просто сердечко лови мое от души. Да. А скажи какую-нибудь фразу из фильма. Ого, мой чувак, мои мягкие французские булки, о май гад. Просто да. Лучший. Он снял с меня всю одежду. Я в трусах теперь гоняю. Капец, да как так? Просто да, тяночки потекли. Хоть они и залагали, но они потекли. Да. Обидно, что они залагали. Вот прям вот... просто обидно, реально, вот, капец. Такой контент просто, Так, ну, примерно, вот, чтобы, короче, чтобы было интересно ученикам, то есть, допустим, вот, что в ТикТоке сейчас, допустим, популярно? Ну, там же много трендов, вот, что тебя именно волнует? Популярно сейчас, по идее, просто, не знаю, подойти к туалету и вот под этот трек, типа... типа, блядь, чисто вот так вот, знаешь, типа, да, амачи майла, а-та-та-та-та, вот это вот популярно. Вот это точно залетит, я тебе клянусь. Просто подходишь к туалету, просто смотри, вот слушай меня, подходишь к туалету, становишься вот так и так, а-та-та-та-та, и вот это залетит, я тебе клянусь. Полина, покажи, как он ест. Сейчас, хорошо, сейчас. Не надо, Полина. Вот, вот, вот. Там сзади срач. Вот. Да ладно, пофигу, ё-моё, можешь просто показать, типа, как это делается. Полинка, покажи. Вот, короче. Вот это вот тренд. Ну, ты поняла. Да. О, да-да-да, просто так, можешь вот так выяснять. Еще... Это залетит. Окей. Так. Ну, скажи, я подпишусь. Ну ты лучше мне скажи, вот ты дашь мне одну тянку? Вот прям вот, которая... Дай мне одну! Забирай! О, давай, да, вот да-да-да, вот тебя забираю, да! Вот именно тебя я заберу, и мы создадим клуб насчет тянок. Прямо вот, да. Ну типа как-то так. Вторая, подожди, давай. Во. О, мое уважение просто всем вам. Я кланяюсь прям, да. Так, ну чё, кто вам тут попадается, если не секрет? Дрочеры одни. А чё, типа, я не знаю, кроме дрочеров-то чё, никого нету? Дети. Ладно, короче, так и быть, я вам скажу. Вы попадете в выпуск, да, это прям 100%. Канал как называется? Заходи на YouTube, скажу, чё набрать. Ну вот и подошел к концу этот выпуск. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудь подписаться на телеграм-канал. Там вся свежая инфа. И всем пока!